Здравствуйте, друзья! Я продолжаю вас знакомить с новинками нашей библиотеки. И если у вас голова идет кругом от их количества, предлагаю выбрать бестселлер по гороскопу. В предыдущем видео я рассказала, какие книги обязательно понравятся ракам, девам или львам. Если вам интересно, можете перейти по ссылке и посмотреть. А сегодня начнем с весов. Весы. Вы самый сомневающийся знак. Всегда взвешивайте все «за» и «против», анализируйте, ищите аргументы. Поэтому книга «Дом сна» английского писателя Джонатана Коу вам обязательно понравится. Это совсем не банальная любовная история, а еще это литературное исследование на тему сна. Помимо сна, который может считаться отдельным персонажем, есть здесь и другие герои. Это нарколептичка Сара, с проблемами, которые обычно люди не испытывают. Нарколептика – это повышенная сонливость. Здесь есть Грегори, который исследует процесс сна и его расстройства, и немного безумен сам в своих рвениях. Здесь есть любитель кино Терри, который не спит уже несколько лет, и Роберт, влюбленный в Сару. Все они в студенчестве жили в особняке, где спустя много лет располагается клиника по лечению нарушений сна. Молодые люди выросли и изменились, и нити их жизни сплелись в тугой клубок. А на выходе оказался это вовсе не клубок, а волшебный шар, который можно крутить, вертеть в руках, и каждый новый поворот этого шара дает новую волшебную картинку. Прочитайте эту книгу, очень интересно. Следующий знак в зодиакальном цикле – Скорпион. Уважаемые скорпионы, вы очень переменчивые натуры. Не любите долго сидеть на одном месте, вас привлекают самые сложные маршруты и самые захватывающие приключения. Путешествовать можно по родным просторам, по экзотическим островам, а можно и великий и ужасный Стивен Кинг написал отличный роман, который обязательно вам понравится. Он называется 11-22-63. Вы, наверное, догадались, что эти цифры обозначают дату. Но что это за число? 22 ноября 1963 года. Это день смерти, гибели 35-го президента США Джона Кеннеди. Это убийство стало самым трагическим событием американской истории 20 века. Тайна его до сих пор не раскрыта. Но что, если случится чудо, если появится возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу? Это предстоит выяснить обычному учителю из маленького городка, которым получил доступ к временному порталу. Его цель – спасти Кеннеди. Но какова цена спасения, вы узнаете только когда прочитаете книгу до конца. Стрельцы. Сейчас поговорим о вас. Любознательные и активные стрельцы, вы всегда стремитесь к получению новых знаний и самообразованию. Поэтому вам нельзя пропустить бестселлер величайшего ученого современности Стивена Хокинга с красноречивым названием «Краткие ответы на большие вопросы». В своей финальной книге, над которой Хокинг работал практически до самого конца, великий физик пытается дать ответы на глобальные вопросы, которые интересуют каждого из нас. Как все начиналось? Есть ли разумная жизнь во Вселенной? Надо ли осваивать космос? Появится ли у нас когда-нибудь возможность путешествовать во времени и пространстве? И многие другие. На сегодня это все. Уже совсем скоро я расскажу, какие книги обязательно понравятся Козерогам, Водолеям и Рыбам. Не пропустите! До новых встреч!